нас снова два достаточно крупных автомобиля. M760 с большим мотором 6.6 битурбо, HPC Stage 2, 760 сил. И Кристина Буста, Audi RS7, Ramon Performance Stage 2, 800 сил. Смотрим на заезд. Смотрим на заезд, конечно. Куда же нам еще смотреть? Все логично. И здесь мы видим, что ожидаемо RS7 уезжает от 760-й BMW. Машины, в общем-то, по скорости могли бы быть сопоставимы, если бы BMW была, ну, вот под 1000 сил, тогда, наверное, было бы плюс-минус одинаково, а так, конечно, разница присутствует, и разница достаточно внушительная. Это S8 Plus Stage 3 VS Performance и Audi RS7 Stage 2 Ramon Performance. В Audi заявлено 800 лошадиных сил в RS7 и 850 сил заявлено в S8 Plus. Ну, посмотрим, друзья, что будет в этот раз. Кристина Буста, Максим Саликов. По весу машины тоже сопоставимы. Стартуют они. И сейчас Кристина Бусто вперед вырывается все-таки. И дальше по дистанции будет она, скорее всего, наращивать свое преимущество. Ну, хотя, вообще, я говорю, с точки зрения происходящего, это немножко нелогичное, так сказать, развитие событий. Но на то это и гонки, что всегда есть место тому, чему можно удивиться.